для нас. Пусть Бог тебя благословит. Спасибо. Good News Church, приветствую. Good News Church, greeting. Буквально пару слов. Just few words. Это действительно праздник. It's truly a celebration. Я когда зашел сегодня, я был просто шокирован. When I walked into the building today, I was shocked. Буквально несколько месяцев назад Just и сейчас это большая разница. And what is happening right now is huge difference. Я вам скажу, это Бог делает. And I tell you, God is doing this. И это Бог делает через людей. God doing вот такие, it through the people, through all of you. Покупка здания это было в самое, наверное, худшее время. For the purchase of the building, it was the worst time possible. Это было во время эпидемии. It was in the peak of quarantine. Это было во время нестабильности во всем мире экономическом. It was the time of not stability or instability in the world. И обычно в такое время нужна вера и сильное видение. And usually during the hard time, you need strong faith and vision. Я вам скажу, я это увидел в вашей церкви. And I tell you, I have seen this in your church. Я не знал, что у вас пастор альтерилист, но у него и у него хорошее видение. Your pastor has a good vision. И не только у него, но и у всего братского совета. Я присутствовал на встречах. Not only in him, but for all others, elders of the church, I was present at the meeting. И присутствие на встречах, я вам скажу, я видел полный мир, понимание и любовь между братьями. And when I was among the elders, I seen unity and I was seen understanding between them. И я вам скажу, это не первая моя такая покупка или представление церкви в таких подобных сделках, но не всегда я вижу такой мир и покой. It's not the first time that I'm helping church to purchase the building, but first time I see such peace and unity. И для меня было это еще одно подтверждение, что все, что не делается здесь, это делается с Богом, и Бог благословляет каждое дело. And it was one more confirmation for me. Whatever God is doing here, it's supported by God, and God is with them. Good News Church, may God bless you. Good News Church, пусть Бог вас благословит.